Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественных, но в то же время недорогих силиконовых приманках от компании Forsage. Моделька называется Twister. Данные приманки поставляются в такой вот упаковочке. Данные приманки довольно обильно покрыты аттрактантом и являются съедобными. Изготавливаются данные приманки в России у нас. Длина составляет 9 сантиметров данного твистера. Поставляются они упаковки по 6 штук. В данном случае расцветчика Violet. Внутри упаковки приманки находятся в пластиковом контейнере. Сама силиконовая приманка изготовлена у нас в виде твистера. Червеобразное, довольно-таки упитанное тело, которое имеет такую вот ребристую поверхность. Затем в конце тела начинается у нас, соответственно, твистерный хвост. Твистерный хвостик довольно-таки широкий. Длина, соответственно, составляет 9 см в пассивном положении. При проводке, за счет того, что хвостик у нас немножко вытягивается, длина данной приманки увеличивается. То есть приманка в воде становится немножко, скажем так, пообъемней. Данные силиконовые приманки очень эластичные. В данной расцветке присутствуют также вкрапления блесток синеньких. Данные твистера отлично подойдут для ловли судака, щуки и довольно крупного окуня. Средний окунь также не пропускает приманки подобного типа. То есть с этим тоже проблем абсолютно никаких не будет. Оснащать данные силиконовые твистера можно различными вариантами. Будь то джиголовка, жестко впаянная в нее крючком, офсетный, либо одинарный, либо двойной крючок с шарнирно-закрепленным грузиком по типу чебурашечки, всевозможные поводковые оснастки, проводки также можно использовать различные, на поводковых оснастках можно использовать потяжечки, соответственно, с остановками, также можно применять с джиголовкой с жестко впаянным крючком, либо с крючками на шарнирном монтаже. На равномерной проводке можно приманочку применять, использовать пелагическую проводку в толще воды, также классическую джиговую проводку тоже для данной приманки обязательно нужно применять в зависимости от условий, ну и банальная равномерная проводочка. То есть, в принципе, вариантов оснащения и анимации данной приманки довольно-таки большое, скажем так, большой выбор. Однозначно могу порекомендовать твистерки к приобретению. Изготовлены они очень качественно, как и все мне знакомые силиконовые приманки от фирмы Forsage. Абсолютно никаких нареканий. Приобрести можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Всем, кому данный видеообзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте данное видео, задавайте вопросы. Всем спасибо за просмотр. До свидания.